8-летний казахстанец может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Правда, не в качестве автора рекорда, но его участника. Бекнур Жанибекулы носит самый маленький функциональный протез в мире. Причем сделан этот аппарат из обычного конструктора Лего. Алия Сыздыкова расскажет подробнее. У нас есть такое очень крутое фото с Хиллари Клинтон. В жизни Бекнура было много невероятных знакомств. В семейном альбоме хранится фото с Хиллари Клинтон. Но последняя встреча для мальчика стала самой важной. Ты себя чувствуешь каким-то супергероем? Ну, что я могу тебе поднимать штуки и с этим луком, а сначала я не смог. Ну ты теперь уже учишься потихоньку. Я видела, ты даже бусинку можешь поднять, маленькую. Да, я это учусь. Как это использовать? Вот кадры со встречи Бекнура с его персональным супергероем. 22-летний Дэвид Агилар, будущий биоинженер из Андорры, автор уникальных протезов на базе конструкторов Лего. Дэвид начинал с разработки аппаратов для себя. Узнав историю Бекнура, молодой изобретатель сконструировал протез по меркам мальчика. Было довольно сложно из-за маленького размера, но, подарив протез, Дэвид смог подарить гораздо большее. Знакомство с ним стало для меня большой возможностью. Когда я начинал делать протез, я мечтал о том, чтобы он, как я когда-то с моим первым протезом, впервые стал перед зеркалом и начал улыбаться, как человек, имеющий две руки. Это момент, когда понимаешь, что не отсутствие рук делает тебя другим. В реальности все люди разные. Бекнур посещает обычную школу, любит петь, интересуется поездами, имеет собственный канал в YouTube и, кажется, теперь пытается во всем подражать своему вдохновителю. Он стал увереннее в себе, причем в школу он этот протез носил один раз, потому что он никого к нему не подпускает. Он очень боится, что его кто-то сломает, но у него вот, знаете, как моя прелесть. Он вот прям полюбил так его, не потому что он себя считает без него каким-то не таким, как бы Бекнур у нас уверен, что он полноценный и все при нем. Но здесь у него как вот что-то такое, чего нет у других. И это как бы для него очень круто. Он раньше в школу ходил, он иногда плакал у нас, потому что говорил, вот дети бегают, там я не могу, вот там на перегонки я не могу выиграть. Вот, а сейчас у него появилось, у него сместился фокус с того, что у него что-то нет, на то, что у него есть что-то крутое, эксклюзивное. Изобретение Дэвида, известного в сети под именем Хэнд Соло, это единственная возможность для таких детей, как Бекнур. Существующие протезы слишком тяжелы и громоздки и могут навредить неокрепшему позвоночнику. Вскоре книга рекордов Гиннесса будет рассматривать заявку на новые достижения Дэвида Агилара. Самый маленький функциональный протез. Тот самый, который с гордостью носит 8-летний казахстанец. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Страсбург, Франция.